Добрый день, Сергей Грицина. Представляю вашему вниманию картофельно-уборочную, ну, либо морковью-уборочную. Механизм гребни. Вот. Потрепанный, конечно, временем. Но, соответственно, смотрите на ценник. А год назад он еще был в строю, работал. Опять же, ориентируюсь на слова владельца. То есть лента. Посмотрите, лента есть, и она на весь промежуток. Вот. А подключение ВОМ впереди там есть, я покажу в технической части. Поэтому техническая часть и эта часть, она будет однородной. Вот смотрите, обе части, чтобы понять. Соответственно, ну, побывал, да. Это не комбайн, он без бункера. Резина, кстати, нормальная. 50% точно остаточный срок годности есть. Это картофелеуборочник, который идет по полю, собирает картошку на транспортеры, просеивает ее. И потом с помощью вот этого вот, то есть сбоку подходит там газон, ЗИЛ, Урал или КамАЗ. Подходит ему сразу... в его самосвал валится готовый собранный урожай. То есть видно, что работала штука, потому что есть остатки ботвы, да? Но потрепан временем. Как снежок сойдет, я обязательно вам сделаю получше видео. Здесь ленты уже, смотрите, они прорезинены. Вот, есть разрывы в трубопроводах. Ну, вот такой вот аппарат. Обращайтесь, подскажем, поможем. Поможем выдернуть его и поможем вам его привести на хозяйство. Ага. Все, до свидания. Хорошего дня, Сергей Грицина.